Для поддержания и укрепления связи по приглашению мэра Ялова Вафы Салмана, глава города Зайнуддин Акмазов и начальник городского управления образования Руслан Ибрагимов посетили город в июле этого года. В числе гостей из многих стран делегация из Дагестана была приглашена для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы и 96-летию со дня освобождения Ялова от оккупантов. Зайнуддин Акмазов, делясь впечатлениями, показывая подарки от турецкой стороны, рассказывая в парке «Дружба», где каждая делегация посадила дерево дружбы, как проходил прием у мэра города и принимали участие в обширных культурно-массовых мероприятиях. Также делегация приняла участие в экскурсии по Босфору и шествии по городу Ялова. Неизгладимое впечатление произвела чистота и аккуратность городских скверов и улиц. У них громадные очищенные сооружения, современные и современнейшие очищенные сооружения построены в городе Ялова. Они строят на и современнейшие эти тепличные хозяйства на громадной площади. Там идут строительство идет новых кварталов. Но это все очень на высоком уровне, можно сказать, шикарно. Ну, естественно, город курортный. И я, честно говоря, позавидовал вот этому городу. Нам бы как бы хотя бы один квартал такой был хозяйство сделать. В Ялово строится центр, который будет называться «Кавказский дом», где в будущем планируется открыть музей. Будет возможность в его стенах организовать воскресные школы для изучения дагестанских языков, культуры и танцев. Проводя телемосты между школами, а также обмен учениками и преподавателями, можно добиться больших результатов в деле укрепления братства и сотрудничества. У обеих сторон есть огромное желание к показанию и обмену опытом в самых различных областях. Они хотят обмен студентами проводить. Это же самое мы можем, обмен наших студентов в городе, которые с ними решат. Вот эти моменты мы обговорили, а дальше уже будем конкретно уже выходить. И уже по разделам, как Додобек сказал, по всем направлениям, и культурным, и образовательным, и социальным, что есть. Обозначим и будем уже с ними разговаривать. Многие представители дагестанской диаспоры занимают довольно высокие посты во властных структурах Турции. Были и такие, которые специально приехали в Ялово из разных областей, чтобы встретиться с делегацией. Общительный, простой и доброжелательный народ оставил самые искренние и добрые впечатления, отметил Зайнуддин Дадабегович, продолжив, что со своей стороны официально пригласили мэрию Ялова посетить Хасавюрт. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».